Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня мы будем играть в мини-милицию, а точнее Doodle Army 2 мини-милиция. Фух! Как вы видите, мы уже на 7 уровне. И... А, ну и все, на этом у нас все заканчивается. Но мы здесь что-то вроде как можем прокачать, я не знаю, вот здесь написано, что мы... УЗИшку. Деньги у нас есть, как всегда, в принципе. И у нас там все равно восклицательные знаки остаются. Я не... А, все. А, во-во-во-во, вот эта вот штука, она вообще топовая. Так, давайте. Так, не понял. А, у нас же было уже должны... Я, конечно, не понял, но там что-то, видимо, обновилось, новогоднее что-то. Окей, я, в принципе, не против. Так, давайте-ка сейчас мы... Не, в принципе... Не, просто, в принципе, аватарку мы поменять не можем. Ладно, все, мы настроили, теперь можно идти в бой. Так. И вообще, я в бой хочу, чтобы мы были в командах. Вот это вот самое то, что я вот хотел уже давно. О! Сразу прям, просто вот сразу. Кайф. Мы с каким-то боссом. The Boss. Он майор, кстати. И тут еще какой-то бум. Но я против него. Успею? Я не успел. Опа. Так, ну, предлагаю сразу идти на таран, вообще посмотреть, что они из себя представляют. Что-то пошло немного не по плану, видимо. Опа! Вот так вот могу. Быстренько перенастроился, да? О, офигеть, 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 стоп, 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 на. Я, кажется, своего убил, я вообще ничего не понял, что произошло. Так, дробовик мы опять брать не можем. Подожди, перезарядка. Вот. Я могу его сейчас взять, пока... Так, все, минус, он минус. Кайф. И погнали на таран. Блин, он меня бьет за... Ну... Нормально, ничего. Зачем он меня бил вообще, я не понимаю. А, я же его тогда прибил гранатой. Понял, принял. Погнали, ребят. Так, минус один. Ой, блин. У нас что-то все не идет вообще. О, я могу брать эту штуку? Я ее тоже не могу брать. Так, давайте, ребят, засядем тут. Такие прям вот эпично. Я остался один. Так, ребят, давайте, я пошел. На! Еее, я двоих замочил. И какой у нас счет? 8-2. Мы можем... Я могу победить, если я буду кидать гранату постоянно под себя. Да блин! Это же... Да блин, я его тоже не могу брать. Блин, они меня окружают, короче. Я буду валить. На. О, ребят, классная тактика сейчас, подождите. Вот я такой с аптекой тут. Давайте, идите сюда. Блин, ни одного выстрела не хватило, я бы его добил. Блин, поставьте лайк, пожалуйста. Ну такая классная анимация лайка, вы что, и тут еще не поставить его. Да блин,
тут одни оружия, которые я не могу брать. Нам нужно прокачиваться, и мне надо больше видосов снимать. Ладно, короче, погнали на таран. Чё, сдох, обосрался, и зря ты... Ладно, все. Пожалуй, на этом мы и закончим. На! Вдвойне! Ну, короче, я их мочу за счет того, что... Блин, здесь два дробовика, вы понимаете? Их два. И я не могу их брать просто. Блин, ну... Ну, счет 10-4, они за 40 секунд вообще никаким образом не смогут победить. Даже если я вообще стрелять не буду. А я буду идти на таран, мне что? Мне пофиг. Ой-ой-ой, извиняюсь, ребят, я нажал не туда. А ты сдохнешь, кстати. Я смогу долететь, я смогу, ребят. Да-да-да-да-да-да-да. Хас. Не понял. Я не смог долететь, ладно. Ну, бум. Все, кайф. 11-5. Они говно красные, а синие или это голубые? Блу. Ой. Нормально. Так, выходим, ребят. Но то, что мне не нравится, здесь постоянно реклама. И их постоянно приходится вырезать. Теперь мы здесь, и вот на вот этой карте... Не, вот на этой хочу. Блин, что... А, я успею. А, пока что тут... он. Типок такой мощный. Что я могу вам сказать? Блин. Мы с ним один на один. Это плохо, ребят. Карта огромная, я, в принципе, не спорю, но... То, что один на один... Блин, ну, я не знаю, возможно, это как Толя он играет. Не, Толь, против тебя ничего не имею. Ты тоже клёво играешь. А, это же эта карта, блин. Ну, давайте сначала просто проверим, что он из себя представляет вообще. И вообще, где он? Тут оружки... А, тут гранаты лежат. А, он просто вышел из игры. Да? Да, он просто вышел из игры. Окей, мы все-таки на этой карте не поиграли, так что давайте сыграем еще одну карточку. Так. За это время, конечно, у меня горло не высохло, но я все равно попью. Ой, дело вообще дофига. Опа. Вот это я понимаю, скорость. Так, что произошло, я не понял. У нас тут какой-то второй уровень, ла-ла-ла. Давайте откроем, что ли. Мне нравится вот эта анимация открытия. О! Ребят, все, у нас просто топово, супер-пупер. Мы теперь можем брать... О! Так, подождите. Вот это мы прокачиваем. Да, прокачали. И мы можем брать вот это оружие. Бластер, вот этот снайперскую штуку. Так, ладно, давайте еще раз. И на этой новой карте. Вот так-то. И, кстати, здесь есть карта какая-то ледяная. Или нет? Нет, она мне недоступна. Мне нужен 9-й левел. Так, ладно, давайте еще. Меня выкинуло, короче. Это... Не знаю, по какой причине. О, опять этот же игрок. Походу, его тоже выкинуло. А, и он вышел. Ладно. О, я в красной команде, кстати. Я хотел быть в красной команде. А, он не вышел. Его просто перекинуло в другую команду. Понял, принял. Надеюсь, вы тоже поняли. 10 минут видоса, я еще вторую карточку. Все, ребят, погнали. Где... Вы тут, вы это... На. Так, минус один. На. Черт. Давай! Красава вообще.
На! Все, минус двое. Пожалуйста, добей меня, братан. Ну добей! Ну ладно. А где он? А, он сверху. Блин. У меня летучки нет, вот просто. Он падает? Да. Он падает. Давай, иди сюда. Да блин, ты чё убегаешь постоянно? Давай, я смогу. Да. Они просто убегают. Зачем? Ладно, я... Он сам сдох на своей же гранате. Просто. Вы можете меня добить? Я не понимаю. Мне нужно умереть. О! Вот теперь мне уже не нужно. На. Он кидает гранату и на ней же умирает. Это такой идиотизм вообще. Я не знаю, он где-то был тут. Поэтому я... Просто нубики, что я могу сказать. Давай. На. Отлетаешь, понял? Хотя нет. Здесь уже отлетаю я, потому что моего союзника убили. Ладно, я, короче, пошел к нему, потому что у меня все плохо. А гранат у меня нет. Добей, пожалуйста. О! Вот что я смогу сделать, это так как раз-таки кинуть эту гранату. Да где он? Давай, я беру оборону. Понял, на! У него... О! Мой союзник красава, он меня убил. Это не сарказм, я серьезно, потому что у меня мало было хп. Офигеть, я четверых убил на том, что я очень мало оружия могу брать. А, красава. Смог все-таки. Вывез, как говорится. Ну че, у них там вообще одни нубики, я вообще не понимаю. Да... Я М-ку брать не могу, а тут, кстати, лазеры не спавнятся. На. Не понял. Ладно, это моя ошибка, я просто так как-то подрасслабился, типа мы выигрываем. А тут уже счет такой внушающий. Я не знаю, где они. Наверх пошел, да? Так, что ли, решил? Опа! Блин. А вот... Ну и вот, блин, 40 секунд надо, я хочу его добить, потому что... Ну ладно. Пофиг, в принципе, чё. Вот сейчас я уже хочу пить, кстати. Сейчас я хочу уже пить. Ладно, 18 секунд. Я смогу что-нибудь с этим сделать? Хотя бы чуть-чуть. Вот этой гранаткой хотя бы. На! Блин, он отлетел на своих гранатах. Давай, две, одна... Ну ладно. Короче, ребят, сейчас играем еще одну катку на еще одной египетской карте. Я получил 20 монеток, это при... Наверное, паузы никакой не было, просто у меня это... Опять вот эта вот рекламка вылезла. Ну ладно, мы получаем теперь 200 монеток, окей. Без проблем, в принципе, почему бы и нет. Так, быстрее забираем их. Все, кайф. А, теперь батл жмем, и вот это вот... Вот на вот этой карте я прям вот хотел. Потому что на этой карте... Я вообще в мини-милицию давно не играл. Я как бы уже могу посчитать себя нубиком, наверное. Наверное, ключевое слово. Окей, ждем и воду пьем. Рифма, кайф.
А, видимо, эту карту никто не любит, поскольку здесь нет игроков. Ладно, я уйду тогда на паузу и вернусь, когда игроки... Опа, один игрок появился, ребят. Мутный тип какой-то. Я только это могу про него сказать. Оба. Все, я подготовился, настроился, спокойно, на чили. Идем прям вот. Изи. Просто вынес. Предлагаю забрать его гранату. Забрать вот это. Взять летучку. Так, это... О, я могу брать вот это, офигеть. Это очень классно, ребят. О, вот, я помню. Блин, я пролететь тут не могу. А, не могу. На раз-два выношу просто. Не, ну он, в принципе, молодец. У меня осталось здесь 3 гранатки. Все. Это же я могу... Не понял. Так, надеюсь, он не выйдет из игры. А то будет глупое окончание ролика. Точнее, даже смешное. Давайте вот тут заложим такую... Я не вижу его. Я его не вижу. Так, а, вот ты где. Вот так вот тебе зеленую штуку закинем. Ну иди сюда, иди, давай, я хочу тебя вот на гранате подловить. На. Ой, так, вот тут не забыть, тут мина. Это я помню. Конечно же, вы сейчас, наверное, начнете судить то, что я просто убегаю тупо. Но нет, ребят. Не все так просто. О-о-о. Вот эту пушечку я забираю себе. Ну, на X5. Алло, я сейчас просто на таран пойду и вынесу его. Че я тут побаиваюсь? Ну, сейчас летучку восстановлю. И вообще, где он? Наверху я его не вижу. Да, наверху его нет, он где-то... Что? Он наверху? Изи, катка. Я не знаю, оставлять ему... А, я автомат брать не могу, офигеть. Я могу брать оружие, которое круче автомата, которое менее крутые, не могу. Логика. Мини-милиция. Офигенная логика просто. Ладно, я в каких-то завалах, гробницах. О, миниган. Но я его брать не могу. К сожалению. Но ничего, будем прокачиваться. И со временем сможем... А, вон он. Ща. Летучку восстановим. И полетим. Вот чуть-чуть восстановили. Блин. На. Я сам себя, получается, замочил. Ну, красава, чё. Я молодец. Хотя, в принципе, я с УЗИшкой просто иду к нему на таран. Прикольно. В смысле? А там чё? А куда моя эта граната делась? Вот этого я не понял. Ладно, забили. Просто идем искать его. Вон, давай, давай, встретимся, пожалуйста. Да иди сюда. Да почему? Ну так неинтересно.
4-0 просто, 20 монеток, а я мог получить намного больше. Так, у нас 8 уровень. Короче, с каждым видосом мы, получается, повышаемся на 1 уровень. Это классно. Так, ладно. Думаю, на этом можно и попрощаться. Откладываем телефон. Всем спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал. Вот такая вот крутая анимация. Понимаете, ребят, о чем я говорю? Я надеюсь, что да. Ой. А, и прочекайте подсказки обязательно. Там тоже классные видео. И есть плейлист со всей историей нашей, моей прокачки в игре Мини-Милиция. Поэтому, ну все, ребят. Анимация лайка и подписки топовые, поэтому вы должны подписаться и поставить лайк. Все, ребят. Всем пока-пока. А, хорошо.